На вебинаре 24 числа вы помните, что наш вебинар закончился как раз нашим 3D-шным дизайнами 3D. Но в качестве такого бонуса за ваше терпение, в качестве извинения за эти технические все неполадки, я вам дам еще один дизайнчик. Эти нашумевшие везде у всех гуляющие розочки. Я выработала свой подход к рисованию их. Я взяла фончик. Сейчас красный цвет попал. Я взяла фончик такого нюдовского оттенка. Теперь вот делаем. Затеняем рамочку. Тушой, сильно не напрягаясь. Опять-таки можно плоской кисточкой, можно нанести, вот как я сейчас делала, да, можно взять по контуру пройтись. Сейчас покажу. По контуру. Собаки к нам в гости пришли. Это они так когтями цокотят. Не пугайтесь. Так, нанесли контур. И теперь этот контур нам нужно что? Растушевать. Такими похлопывающими движениями. Затенили наши бочки. И такую сделаем нашу розочку в стиле Прованса, в стиле старинный. Так, есть. Поставили, подсушили. Есть два варианта отрисовывание вот в этой технике. Можно начинать с светлого, можно начинать с темного. Как лучше, да как удобнее, как понятнее, так и лучше. Опять-таки про розочку, где тень, где свет. Одноклассники, альбом мои МК, и там эта розочка отрисована уже и показано, где у нас находится тень, в какую сторону ее растушевывать. Так. Вот мы сделаем к этой розочке пару. Итак, фончик у меня готовый. Я беру и решаю, какого цвета у меня будет моя роза. Ну, наверное, она у нас и будет, кстати, такая. Сейчас мы возьмем бургунд. Бургунд и добавим в него чуток синенького. Видишь, наш синенький делся синенький. Так, добавим синего. Вы можете задать сразу вопрос: Серия, почему не взять готовый фиолетовый? У тебя, Лена, есть. Ну, я вот люблю все-таки фиолетовый получать путем смешивания двух цветов. Тогда он мне какой-то такой более живой, не такой ядовитый. Так. И я сейчас буду работать от темного контура. Вот так. Отрисовываем свою розочку. Так.
самое главное, девчонки, не сделать очень мелких элементов, то вы потом не сможете дать им лад, не будете знать, запутаетесь в ваших растушевках. Нарисовали вот такое сердечко, выводим в одну сторону. Листик. Поставили ту точечку и ту точечку. И вывели еще один листик. Лепесточек, вернее. Теперь отсюда пошли вниз. И вот там где-то наша розочка. Нашему котику скучно. Вверху делаем еще одну. Тимуш, не мешай. Тоже. Ну, давайте отсюда начнем. Это чуть меньшего размерчика. И там где-то там пошли лепесточки. Ничего не сушим. Берем нашу кисточку с носиком. И теперь наша задача сразу растушевать тень. Тень идет от серединки, от края, от основания лепесточка к краю. Вот тут сразу вы увидите. Мы это сегодня уже с вами делали. Вот так. Берем эту линию. Внутри. Еще раз хочу вам обратить внимание на то, что я гипсы не переворачиваю. И точно так же я работаю с руками клиента. Я не кручу вот это, не верчу. У меня работает что? Работает кисть. Потому что рука должна у вас разработанная быть. А когда вы все время делаете с одного положения, ваша кисть, именно кисть руки, у вас зажатая. Потому нужно над собой работать. Ставить себе очень такие серьезные задачи для того, чтобы потом было легко. Тяжело в учении, легко в бою. Кто сказал, товарищ Суворов. И сразу эту же тень за листиками. Вот тут она будет по-любому. Здесь она будет по-любому. Можно взять сразу коричневое и наметить, как наши мы делали, типа лепесточки. Листики, вернее, господи, лепесточки. Это сразу же будет и тенью. И готово. Вот это мы теперь подсушим. Если мы сделали тень, значит логично, мы теперь будем высветлять точно таким же приемчиком. Опять-таки, можно нанести тоненькой кистью наши белые линии и тоже их растушевать. А можно сразу наносить овальной кистью, либо плоской, кому какое удобно. Никаких четких правил нету. Итак, я беру беленький. Может это быть и не беленький, может это быть какой-то розовенький. Давайте сделаем розовенький сначала. Потом еще добавим беленького. Вот такое сделаем.
красноватый. И вот по контуру. Там, где у нас тень, там же у нас будет цвет. Только тень у нас из-под лепесточка. И относится к ярусу другому. А свет у нас той же, там же, только с другой стороны. И относится к верхнему ярусу. Так. В жизни это делается все очень быстро. У меня же таких розочек наелись все мои клиенты в разных вариантах. И праздничные, и спокойные, и веселые, и грустные. И растушевываем. Так, кисточка. Промыть. Так, промыли. И растушевываем. То бишь тянем свет, тянем на тень, которая у нас была до этого сделана. Тоже они очень хорошо, эти розочки, у всех получаются, даже у самых начинающих. Вот, готово. Чуть-чуть подсушиваем. Теперь добавляем чисто белый на кончики лепесточков, чтобы они еще более объемными стали. Буквально чуть-чуть подсушили. И прямо такой чисто-чисто белый. Но не везде, а именно вот на таких местах. На высотках наших. Когда вы делаете вот такие работы, вы всегда можете исправить. Ну, допустим, вот у меня была линия здесь, а я хочу чуть расширить и сделать ее острее. Вот я сделала острее кончик. То же самое. Какую-то форму другую придать. Так, и точно так же я чуть-чуть смягчу. Только что на курсе была в Израиле. Наташенька нам такие красивые на коррекции сделала. Такие розочки. Одну ручку делала я, рисовала. Вторую она. Ну, практически невозможно отличить. Ну вот. Все готово. Осталось сделать рамочку мою любимую. Так. Бросить какие-то привязочки. Так, ну вот тут мы ведем нашу розочку за рамочку. Так. Многим по душе эти рамочки, они всегда такой законченный вид работы. Есть. Давайте еще тут кинем еще одну такую арочку.
А здесь мы еще сами сделаем завитушечки. И чуть-чуть кинем веточек. К самой малости. Вот так. Можем это благополучненько высушить. Так, ну и доработаем в технике бархата какие-то завитулечки. Сейчас высохнет наша работка, мы ее покроем финишем, высушим финиш, снимем липкий слой и в технике бархата сделаем завитульки. Итак, мы высушили финиш, сняли липкий слой. Я беленькой красочкой отрисовываю вензелечки. Такие маленькие, аккуратненькие. Немного. Ввожу их в фон. Не фон, а в рамочку, извините. Так. Вот так покрашку аккуратненько. Есть. Еще прямо бросится сюда. Берем прозрачную акриловую пудру. Так, это можно убрать. И присыпаем. Чем бы нам присыпать? Присыпаем нашу такой вот. Блестящего нам не хочется. Хочется потертой старины. Присыпали и отправляем и помним, что мы уже эту детальку финишем не перекрываем. Работали в технике верхнего дизайна, делали технику бархата.